Сегодня, 14 февраля, сборная России снова опустилась на 7-е место в медальном зачете зимних Олимпийских игр в Пекине. Это произошло после завоевания китайской фристайлисткой Сюй Мэнтау золота в лыжной акробатике. В активе сборной России 4 золотые, 6 серебряных и 8 бронзовых наград. У Китая стало 5 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые медали. В медальном зачете лидирует Норвегия. Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Напомним, на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане сборная России заняла 13-е место в медальном зачете. На этом все. Спасибо за просмотр и до скорых встреч!